сожалению, они разбивают асфальтовое покрытие. А неисправные бетоносмесители или переполненные смесью могут стать причиной аварий. Дело в том, что проливаясь на асфальт, бетон дает эффект гололеда. С целью профилактики правонарушений Анапская рота ДПС совершает рейды. Идет проверка бетоносмесителей на оживленных трассах, например, таких как улица Крестьянская, Анапское шоссе, поворот на улицу Солдатских матерей. За один день дежурства на участках этих трасс выявлено более 10 большегрузных машин-нарушителей. С учетом изменений административного кодекса на 1 сентября размеры штрафов за такое нарушение, как загрязнение дороги, составляют от 5 до 10 тысяч рублей, 25 тысяч с должностных лиц и до 400 тысяч с юридических.